Привет, всем привет! Сегодня у нас следующий день работы. 29 градусов на улице. Ремень протер трубку. Вообще протер. Все снимут, буду заваривать. Протер ее вон там. Там, да. Фильтр сейчас Lexus вытащил. Вот такой грязнючий салонник. Это брызг-листовочки вот такие вот. Лес Джофарс. Сюда будем сейчас ставить. Потому что у меня на палке стоит, уже задолбали эти стойки. Заварил трубочку. Была большая дыра протертая. Кое-как заложил ее. Сейчас резинку еще поменяем и поставим ее на этот Nissan. Почему вот этой горелкой заваривал? Вообще я молодец. Трубку все, парни ставят. Молодцы, с руками. С красивой татуировкой на руке, даже так скажем. Здесь что у вас? Вышел газ? Понятия не имею. То есть надо посмотреть, продиагностировать. Поставил чайничек опять себе. Кипячу. Пока продувка идет фреоном. Чистым фреоном продуваем. Процесс пошел. Все, он уже начинает кайфовать. Там тут парням повезло. Все у них нормально. Заливаем кипяточек. Давление пошло сразу. Давление. Так, приехала. Что это такое? Это кореец какой-то. Kia Rio, по-моему. Сейчас сливаю с него фреон. Я сижу в машине. Пытаюсь охладиться маленько. Начался сезон жары небольшой. Будет вся неделя 27, 28, 29. Будем работать. Надо деньги зарабатывать на Субарик. На ремонт турбины. Так. Продуваем систему. Потому что есть подозрение, что там воздух. Потому что стрелка по нагнетанию гуляла. И поедете уже с кондером довольны. Вот как Волги надо использовать. Трубы повез. Что у нас? Приехали две Тойоты на заправку. Ипсум с двумя кондиционерами. Еще одна Тойота. Как называется? Это Королла. Королла. Я в Тойотах просто не разбираюсь. Я ж субарист. Так, приехала еще одна Тойота. Смотрим, у нее салонный фильтр. У него, говорит, вообще ничего не дует. Вот результат того, почему вообще ничего не дует. Красота. Вот так вот. Ну, ему, наверное, года два уже, наверное. Поэтому, прежде чем, как говорится, ехать ко мне или к другим заправщикам, смотрите свой салонный фильтр. Вот у меня сегодня второй уже в комплекте. А, вы уже без подготовились, да? Без салонника приехали. Это не из этой машины фильтр. Да вот из этой. Номеров не показываю. Так, заправляем девушку снова. Снова Тойота, снова серая. Сейчас сливаем старый. Фреон у нее старый. Кто бы что ни говорил. Потому что фреон этот сборный из трех газов состоит. Четырех даже, по-моему. И он имеет свойство при нагреве распадаться еще на две составляющих. Поэтому свойство в течение времени теряется. 4-5 лет, и этот фреон надо 104 менять. А вот 12 был вечный. На пляж люди едут. В общем, сливаем. Тут едет наш опять. Наш любимый, дорогой дядя Женя заводной. Едет мне портить клиентов. Вот его телефон, он нас вакуумирует. Очень любит вакуумировать. На, приехал. Здравствуйте. 5. Здравствуйте. Из Германии. Опять дядя Женя портит мне всю работу. Он у нас заправляет с вакуумом. Я без. Ну, я тут отчитываюсь, так сказать. Произвожу слив старого фреона в два баллона для девушки. И попутно ремонтирую тяги свои. Эту я уже открутил. Вот она лежит. Будем ставить сейчас сюда вот такую новую. Лес Джоферс. Ты что приехал-то? Что тебе надо? Что приехал? Ты привез курочку? Жарить будем курочку? Нет? Так, фреон слили. Продолжаем. Приехала еще одна Тойота. Смотрим, что у нее тут есть, ребята. Забит вот как радиатор, смотрите, забит весь грязью. Будет свежий воздух, вымоем испаритель, вот так уничтожим вот. Все бактерии. Болеют не от холодного забит воздуха, грязью. Сейчас будем очищать. Сейчас будем все очищать. Опять моей специальной щеткой. Это проблема по сравнению с той, это фигня. Понеслась. Что там ваше здоровье. Видишь, дядя Женя, сколько там грязи? Я вижу. Ты не удивляешься? Ты уже ничему не удивляешься, да? Без того, вот этой фигней я занимался. Промываем, смываем вниз. Водой, вода с фэри.
В этом и заключается процесс. Процесс мойки радиатора. Ну и все, и продолжаем заправочку. Сейчас у нее давление тут гораздо ниже, чем было. Было 24 очка, а сейчас 15 после заправки. Все, процесс идет, заряжение сидит. Я завершаю стоечки. Вкручивается вот сюда, так они. Офигенно, просто взял, поставил, грубо говоря, и закрутил. И здесь просто поменял наконечник, вставил этот туда вместо старого. Как они заебали шуметь, блядь, а? Сказать не дают. В общем, стоечка готова. Сейчас будем делать вторую. Вторая еще пока стоковая. Была вот эта вот неизвестной китайской конструкции с оптовки. Чтобы достать шарик, пришлось здесь вот так вот разрезать, ребята. Что не мог вытащить пружину ни хрена. И с этой стороны тоже разрез делал. С этой стороны снимается просто. Стандартная у меня стоит, поэтому просто колечко вот это приподнимаем. И снимаем ее так же, как я вот это вот снял. Ключик и все. Ставим новую. В общем, еще нюанс. Ставятся на Honda Civic амортизаторы штоком вниз. То есть, когда дверь закроется, они должны быть вот в таком положении, чтобы вода не попадала на сальник. Вытерев эту гаечку, берем просто сюда их и защелкиваем. Готов вверх. Маленько повернув. Эх, не лезет. Сука, защелкиваем вниз. Короче, мне не хватает, надо немножко нажать. Головой уже поднимаю, не поднимается. Короче, буду одной рукой сейчас делать, неудобно с камерой. Все, защелкнул. Вверх тоже защелкнул. Теперь испытываем дверь. Закрываем, блин, iPhone крупно снимает, сука. И открываем. И она должна сама открыться. Все, сама открывается. Зашибись. Газлисты поставил, еще раз повторяю, фирмы Les Joffers. Вот их каталожный номер, кому надо. Honda Civic Hatchback. Сейчас вот так выходит фреон из масла. Замедленная съемка. Как эта машина называется у вас? Такой красный, симпатичный. Еще машина серая на очереди и желтая машина. Как вам Pontiac? Машина? Давно ездите? Мне очень нравится, да, я очень давно езжу, где-то лет 10. А чем нравится? Ну, просто... Наверное, надежностью, если честно. Вот я на ней ездила и в Киргизию, и в Казахстан, и вот вообще на далекие... И вы на Украину ездила, и как-то она вот ни разу не подводила. То есть нормально не подвела ездила? Да, все хорошо, да. Мне очень нравится. Единственное, конечно, она очень пустая, если Ну, это бюджетный вариант, в принципе, машина. Так все, холодный уже пошел. Фильтр поменяли. Скоро поедете. С кондиционером довольны? Да, спасибо. Так, приехал Mitsubishi. Снимаем маршрутку, смотрим, проверяем. Второй раз уже показываю его. Вот на таких. Это МТ-шка же, да? МТ, да. Ты на ней по городу рассекаешь. Убиваем. Так она у тебя еще живее живых. 40 тысяч прошло. 40 тысяч? И по асфальту ездишь? По асфальту, чисто по асфальту. 40 тысяч по асфальту. Она у тебя в два раза выше, наверное, была. Ни хрена себе. Ну, не в два, это 4 сантиметра сточилось. Ой, 4 миллиметра вернее. Конфорсеры. Слушай, я уже задумался тогда брать АТ-шку или МТ-шку. Ну, хороший резерв. Ну, для города лучше АТ-шку, да, наверное, все-таки. Он у нас один раз очень-очень хорошо по снегу ехал вообще. Очень хорошо. Я сегодня вот такой пилотки. Красивой. Сегодня вот такая картинка стартовая будет. И грех не заснять хорошую машину. Вот он на черной машине доездил, ребята, до июня месяца. Как говорится, крепился. Одну резиночку надо заменить. Вот сюда вышел. Да 5 очков, не бойся всего. Давай, крути. Больно не будет. А, там утечка, да? Ну да. Вот и все. Все, поставили решеточку. Заправляем. Давай вентилятор на полную. Закрылки 15 и 1500 оборотов. Поехали. Качает отлично. Это такая белая стена в окошке. Там мало крыло. Открываем кран, добавляем. Все, не надо вам показывать. Сейчас он пропадет, будет видно дно. Это будет полный. Вот. Начинаю. Это полный, пошла жидкая база. Первая щепа. Заправка закончена.
Готово. Приехал еще Nissan X-Trail на заправку. Простым мотором. Поехали. Дозаправляем ему 250 грамм. Ну, с таким красивым боксом. Небольшим, литров на 350, наверное. Mont Blanc. Такой у него цвет непонятный. Не знаю, как на айфоне смотрится. В общем, такой бледно-серый какой-то металлик с отливом. И отлив такой интересный. Это у тебя как цвет называется? Перламутр. Перламутр серый? Да. Первый раз такой вижу, так необычный. Вот его видно вот здесь, отливает вот так вот. Интересно. Все, готово почти. Снимаем на 15 атмосферах, ребята. Кто боится, не смотрите. Ба-ба. Вот такая у меня работа. Давно не было Дастера, ребята, на заправке. Приехал Дастер, здравствуйте, еще раз. Так, вот такой вот серенький, симпатичный, как говорится, французская Нива. Давление вот такое большое, почему? Потому что у него здесь какая-то решеточка стоит, решеточка, пластина, короче, закрывает весь низ. Остался только верх охлаждения у него. Поэтому у него давление большое по нагнетанию. Возможно, еще пыльный грязный радиатор. Вот так вот я, блин. Эксперт, блин. О, Женька приехал на Легасе на своем свежесобранном. Ну-ка, погуди. Че, заработала вторая турбина? Нет. Так и нет? Ты на одной, то есть, как пацан. Ну, она, короче, то дует, то не дует. Слушай, ну красиво тут у тебя, да? Да, дырки вот это, всякие. Мне вот это вот нравится. А, это да. У тебя нету такой второй? Где брал? Нету. В Медфорсе. Медфорсе? Класс, смотрится ништяк. Приборы, ну, с меня, повесил линейку. С меня тебе подарок такой. Да не, ладно, я забирать не буду. Не, я тяну. А, ну давай, хорошо. Мне-то точно такая нужна. Ну да, ну у тебя зеленая надо, наверное. Ну ты так и не настроился, да, короче? Еще пока нет. Ну гудит хорошо. Ну банка, да. Банка у тебя не про спорт случайно, нет банка? Нет, нет. Это гудит сильно. Как трасса прям. Труст? На трассе идет. Видишь, ореол, ну, да. Из-за того, что тебе топливо. Надо ее это маленько что-то удлинять как-то. Не, мне надо просто только сжигает. Ну пускай сжигает. Что надо тебе? Ну, чтобы вторая, это же выброс топлива. Да, оно у тебя просто от выхлопа весь жжет. Не, когда ебашишь, прям бензином пахнет, через трубу не догорает. А, богатая смесь. Ну, наконец-то ты ее собрал. Ну, блядь. Еще там дырка вместо магнитофона. Ну это же надо поставить. Ну да, да, да. Что у тебя верхний показывает? Давление турбины вижу. Верхний буст, средний температура масла, а нижний давление турбины. Фу, блин, давление масла. Ну все, наконец-то, короче, твое, да, желание еще сбылось. Еще на Субару. Ниву взял. Это для города, а не вот для грязи. Нет, ну Ниву я на продажу взял. Я сел, ожидал такой поворота. О, да ну нафиг, чугуры стали ставить. С гидроусилителем? Да. Вот такой, в общем, легась он собрал себе. Как называется? Бампер сам, не знаешь, не помнишь? Бабишугин колхоз. Ой, блядь, я даже отойду, что-то громко он у тебя орет. Какой-то злой получился. Трехпортовый поставил, соленоид, смотрю. Да, заняться надо его делать. 22 называется. Специально на минусе лежишь, чтобы правильно работал. Да нет, это я вообще не подсоединил. Тебе надо, тебе интеркулер побольше. Интеркулер маловат. Да, пойдет. А мне надо вот такую штуку, у меня нет. У тебя такой? Не, у меня просто 22. Надо вот такой тварь. Надо такой, да. Хорошо прям охлаждает? Ну да, он прям, у него теплоотдача повсюду, блядь, прям везде горячий. Прям вообще пиздец. Да. Это 30 миллиметров, 40 миллиметров сороковочка стоит, с какой-то наклеечкой, с набивочкой. Алексей мне заправил кондиционер, у меня теперь холодно. Работает нормально, да. Все? Ништяк? Вообще. Ну с тебя точно ленточка тогда. Ленточка. Ладно. С меня прошло. По-любому. Соберу субаря, повешу ленточку новую. Сейчас Женька приедет, будем крылышки куриные жарить. То есть девушке жесткие стойки не понравились, да? Да, говорит, это, на кочках, говорит, есть вероятность отрыва сисек. Каябань, но СР. Ну они новые, жесткие прям.
жесткий. Блин, я бы не сказал, что у меня жесткий. Нет, у меня и постоянно. Пружины все новые. Тут вот ты ее поднимаешь, все, что видишь, все новое. Ну, это клей стекло еще новое. Не оторвал. Нет, стекло старое. Из полоса вот такая была. Я ее оторвал, а клей не открыл. Включил. Сейчас я вам покажу, как запчасти вижу. Багажник Субариста выглядит. Запаска от Мерседеса. А теперь все для Мерседеса. Двигатель, крепление, хомуты, датчики, еще датчики всякие тут. Это все для Мерса? Нет, это все Субару. А, я думал, ты вот они, Subaru знаменитые для... педотрубки, блядь, 208-го педа, блядь, мотора. Которые мне выйдет, это, весь мозг. Да, это еще трубки. Трубки, хомуты, там, что только нет. Короче. Понятно. Я-то думал, что ты тогда в Мерседесе запчасти Субару вез, не, а сейчас Субару запчасти Мерседеса. Нифига, да? Я в Мерседесе забыл запаску дома, проколол колесо, попиздовал на Субару, взял Субару, поехал, снял колесо, опять на монтажку, опять обратно, потом Субару поставил, потом за Мерседесом приехал. Что-то там Мерс сигналит нам, хер знает, что ему надо. Я думал, еще Субару едет, а это... Просто похожая на Субару машина. Да. Это, блин, авторазбор приехал. Разбирает то и Субару, Женя, уже все, на запчасти. Здорово. Приветствую. Чего приехали? Забрается. Забрались? Открывайте. Я думал, это Сузукан, кстати. Да, привет. Что-то здесь у нас сегодня как-то все неспокойно. Так сказать, младший брат Легося, тоже серая, тоже с буквой С. Четыре колеса. Почти, недоделанная Субару, мотор неправильный здесь, неопозитный. Ну заправим так, чтобы быть вас, ладно. Спасибо. Все, забрал я у Женьки этот ремешок офигенный. С руль не отдал, себе, да. Блин, пытался его скрутить. Давай, ладно, поехали. Заебись, повешу себе. Как на заднем приводе она прокрутилась. Все, в Хонде будет пока лежать. Так, тут подсоединились, масло залили. Заводите, включайте кондиционер. На самый-самый. Вентилятор на полную, закрылки 15, температура на минимум. Поехали. Включайся. Включайся. Пока не включается, сука. Че молчит компрессор? На месте стоит. Вентилятор тоже на месте. Наверное, ты забыл, как включать его, не? Почему? А, ну вот, блин. Привет, привет родственникам, да? Да. Все, теперь включился. Поехали. Заправляем. Кнопку, наверное, на оцене нажал. Снежинку да, там, да. Лебедя или еще птичку. 8700. 8700 было. Еще один подписчик поехал на морковнике. Что это такое едет? Еще одна Субару. Не, это Хонда. Хотел сказать, еще одна Субару. Здравствуйте. Все. Поддержи 1500 оборотов. Спасибо, пожалуйста. Процесс пошел. Открывайте капот. Сейчас будем смотреть, что у вас случилось. Так, приехал для Женя, давит палкой компрессор. Что компрессор большая щель, и эта щель не хочет работать правильно. Опять на своей синей машине. Не присасывается компрессор дядя Женя сегодня. У тебя не присасывается. Ну да, вернее, это у меня не присасывается. Так, и Бэха приехала снова на диагностику. Что-то перестало работать. Сейчас будем по гарантии ее смотреть. Бывают вот такие аппараты приезжают. Ну, просто я не вижу. Так, думаю, что это дымит. Дядя Женя тут опять заварил шашлык из куриных этих потрохов, сейчас будем готовить. О, сколько дыма, блин. День близится к закату, мы еще не обедали. Нихера. В общем, все в процессе, работаем. Что, не постучать никак по ней? Да там она, по-моему, не прикручена. Так, смотрим Бэху. Компрессор не включается у него сейчас. Что-то случилось с компрессором, он перестал качать, перестал выкачивать у него. Компрессор, видимо, под замену. Ну, аккуратно здесь как. Привет.
Приехал Мерседес, 124 кузов. 202. 202 кузов, да. Девушки ходят. Дядя Женя начал засовывать руку в Мерседес, прямо в Мерседес. Ищет там, что-то ищет там, короче. Это он делает каждый день. Хонда Маринкина вот так вот стоит вот с открытым капотом, чтобы лучше охлаждалось. Чтобы у нее там кондер морозил так, что, блядь, банки замерзали с огурцами. Сейчас я вам покажу, как они у меня замерзают. О, вот так вот охлаждаю баночку, я уже показывал. Ну, вот такой принцип. И потом она становится очень холодная. Прямо вообще градусов 7 всего можно пить. С удовольствием. Холодненькая газировка. Все, дядя Женя разматывает шланги и пихает Мерседес. Пихает, сует. Сейчас ты его забраешь, а не по идее. Сейчас, 2 секунды. Так, все, дядя Женя поставил вот таких красивых куриц шарится. Эх, вообще красавчик. Смена меню, да, а то нам же задолбали эти шашлыки. Мясо. Так, мазочка приехала, заводите, включайте кондиционер. Здесь вот эту трубку не выскакивала, мы ее вставили обратно, то есть там в таком же замке, как здесь. Поехали. Включайте кондиционер. Кондиционер включили? Кондиционер на полный ход, вентилятор на полную, температура на минимум. Закрылки 15, все как надо. Угу. Компрессор включился. Заправляем Маздочку CX-5, по-моему. На его концовке приехал еще девушка на Тойотке, Алекс. И Сузуки. Сузуки полная замена фреона. По причине того, что грязный радиатор и старый газ. Вот так вот. Здесь что-то непорядок после заправки где-то. Проверяем. Так, курица у нас практически готова уже. Уже взрываться начала. А есть некогда, потому что работаем. А дядя Женя снова засунул руку в Тойоту. Две руки засунул. Что-то там достает. Что-то не может достать дядя Женя. Крутит что-то, я понял. Дебили-бери-клуб поехал, блядь, на мотопеде. Откручивает мотор, дядя Женя. А что ты делаешь? Расскажи. Молчит. Что-то делает. Да. Я даже не понимаю, что он делает. Короче, что-то делает. Мерседес поехал. Вражеский. Наступил вечер. Дядя Женя поменял местами 2 болта. Прошло 2 часа. И он начал заправлять эту Тойоту. Что такое? Что случилось? У меня практически такой болт был, блин. Сука! Искал полтора часа болт. Он работал бухгалтером раньше. У него остались такие нарукавники бухгалтерские. На заводе. Сейчас я вам еще покажу, что у него есть. У него есть вот такой кран, выключатель. Он его включает, и ток пошел по проводу вот так вот, вот сюда пошел ток этому баллону. Ток он включил, все, ток у него пришел сюда, достает сейчас прибор для подключения к току. Вот он, 2 прибора, вот этот и вот тот. Подключает. Ток пошел сзади, а оттуда пошел у него этот фреон и воздух, да. И сейчас он будет вот этим высасывать вот это. Процесс высасывания пошел. Открывает краны, все проверяет, складывает ключи аккуратно. Молодец, держи. Иду профессионально съемку. Берет тряпку зеленую, ложит на баллон. Сразу в компрессор. Масло он забавил сразу туда, в компрессор. Нет, туда. А, туда. Когда, компрессор. Когда отвинчивал гайки. Это же девушки, если что. Так. Куда пошел? На весы надо баллон ставить. Вот сюда, я подозреваю. Что-то как-то неправильно работает. Там едет по кочкам очередная Тойота. Сейчас она будет черпать днищем. Аккуратно едет. Не зацепил, молодец, ты смотри.
достает баллон дядя Женя, другой же, и ставит на весы. Весы показывают 8300. Достает сигарету, закуривает. На самом деле сейчас идет процесс вакуумирования. Он заправляет с вакуумом, то есть откачивает старый фреон, воздух, влагу из системы. Я заправляю замещением, блядь, без вакуумного насоса. Не ругайте меня. Уже давно. Да, вот он смотрит, как он все высосал. И встает из этой все в вакуум, в минус, минус. Вот ноль вот здесь, а он в минус все высосал. Так, дядя Женин и курицы остались, они уже тут сдохли. Надо их подогреть маленько. Здорово, здорово, можно заснять? Ну давай попробуем. Красивые очки у тебя. Заправляться приехал? Нет, так. Просто так. Мимо проезжал, думаю, заеду, поздороваюсь. Не, классно выглядит. Багажник на крыше эти. Пойдет. Велосипедные, да. Вот это вот классно надпись. Субарик неплохой, да, красивый. Зеркала уже от СГ-9 стоят. А от СГ-5 это рестайлинг просто. А он у тебя Дорис стал? Дорис, да. Вот так вот в салоне, симпатично, оптитрончик. Симпотный форик, да. Посмотрю машину, сам не могу обзор сделать. Симпотный. Вот я уже обозреваю, да. Симпатичный. Не дают мне домой уехать, как говорится. Приехал Шевролетик еще и Субарик. СГ-5 в кросс-спорта весе. Правильно говорю? Конечно. На газу, ребята, на газу. С хорошей перемычкой. Забыл. На вот таких дисках. Зимний выход. Значит, зимой все, хера он вышел откуда-то. Хотя соединение чистое у него. Меняли резинку. Сундука он приезжал. На вот таких колесах у нас участник соревнований оффроуда. Рубит. Рубит и снег, и грязь, только так. Все, заканчиваем сегодняшнюю работу. Дозаправляем с маслом. На этом видео сегодняшнее, наверное, заканчиваю.